допоможе цій землі відрости її мудрості, радості, добрі, чи може заживити, зцілити світлу енергетику землі. Це чи то процес життя, і варто дбати про моїх можливостях, не думаючи забагато. З повагою, ваша учениця Людмила Анатоліївна Каптур. Как устроена вообще вот эта вся система? Смотрите, человек желает зла. Почему? Кто-то говорит этому человеку, и человек желает зла. Вот я раздражаюсь на другого человека или ему желаю зла. Когда я желаю кому-либо зла, то тот человек, которому я желаю, я становлюсь фактически должником этого зла. И тот мир, который вокруг меня находится, он должен мне эту боль и это зло дать. Поэтому я хочу вам еще раз сказать, что я подразумеваю под словом адвайта. Да, мы сейчас не солдаты. У меня 5 детей, поэтому я не воин. Если бы у меня не было деток, я бы пошел на войну, клянусь. В случае, если ненавидеть искренне, в случае, если ненавидеть, то эта ненависть, она из внешнего мира даст боль. Поэтому, когда я говорю адвайта, не нужно ненавидеть. Отвлекайтесь. Нельзя жить, чтобы стабильно ненавидеть. Не делайте этого. Потому что если стабильно ненавидеть, то у вас конкретно могут быть неприятности. Нужно, если хотите как-то помогать, я дал эти коды. Это коды победы Украины в войне. Эти коды можно найти на моей инстаграм-странице. Читайте эти коды. Это будет вашим самым настоящим, чрезвычайно сильным вкладом и везение. Как это работает? Везение тех людей, которые на стороне Украины, будет тотальным. То есть, если должна бомба упасть на дом, не упадет. Если должен солдат умереть, мимо попадет. То есть, это поддержит. То есть, мы работаем с помощью вот такой силы, которая называется помощь в виде фортуны, везения тем людям, которые сейчас сражаются за эту страну на войне.